управления экономической безопасности противодействия коррупции. В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Людинове был задержан сотрудник местной администрации. В полицию с заявлением обратился частный предприниматель. Мужчина пояснил, что за выделение земельного участка, на котором он планировал открыть автостоянку, чиновник потребовал в качестве благодарности деньги. Муниципальный чиновник потребовал с частного предпринимателя несколько десятков тысяч рублей за законные действия. В результате состоявшихся торгов сумма взятки была снижена до 10 тысяч рублей. Непосредственно после получения взятки чиновник был задержан с поличным.